Доброе утро, с вами Санджар. Сегодня 13 февраля 2018 года. Я хочу дать свой взгляд на следующее движение пары доллар канадский на следующие пару дней. Как мы видим, диапазон 1.2605 стал сильным сопротивлением для этой пары. Уже почти неделя цена не может пробить этот уровень. И до этого тоже была вот Doji свеча. И в этом месте мы видим много сигнальных свеч для разворота тенденции. Из-за этого, я считаю, на следующие пару дней цена пойдет вниз. Чтобы наш вход был с минимум стоп-лоссом, я рекомендую продаваться по ценам 1.2605, целью 1.2500 как минимум, потому что за последнее время цена пошла вверх и не дошла верхней границы канала. То есть еще есть возможность пойти вверх до уровня 26.96 еще раз, но не сейчас. Вроде сейчас уже маркет устал и должен набраться сил. Ну, посмотрим, как цена после поведет себя в районе 1.25, потому что оттуда еще надо после действий цены в этом диапазоне мы можем определить, цена хочет пойти опять вверх или будет больше падать. В данный момент, я думаю, уже цена показала себя, что не хочет дальше расти, и я ожидаю падения. Если вам понравился мой пост, пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо за внимание.